как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Вова. А если подумать? Александр Сергеевич Пушкин. Пушкина его звали? Пушкин — это фамилия. А, Александрович, точно, да. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Отца Александра Сергеевича Пушкина? Да. Гей? Как? Гей? Нет, неправильно. Гей — это, ну... Ну, он Пушкин, у него фамилия была точно Пушкин. Ну, фамилия Пушкин. Да. А отца, если подумать. Серый. Что? Серый волк? Это сказка фольклора, не знаю. Да. До свидания, спасибо. Да. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Я не знаю. Александр Сергеевич Пушкин. Как звали отца? Александр Сергеевич Пушкин. Как звали его отца? Не было отца, наверное. В смысле, не было отца? Александр Сергеевич. Нет, его звали Сергей. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Коля. Коля? Ну да, нам на литературе рассказывали, что у него был отец Николай. А если хорошо подумать? Я хорошо подумала. А я если включить мозги? Я круглая отличница. У меня по литературе всегда было 5. С красным дипломом. А ЕГЭ сдавала? А я не сдавала, я после 9 ушла.